Север России. Мурманская область. Город Ковдор. Здесь, за полярным кругом, снег не тает 9 месяцев в году. И вот уже 60 лет, не останавливаясь ни на минуту, работает Ковдорский горно-обогатительный комбинат компании «Еврохим». Здесь, в Ковдоре, нашими отцами и дедами построено сложнейшее инженерно-техническое сооружение. Благодаря труду тысяч людей, геологов, инженеров, строителей, горняков, природа покорилась человеку. В сложнейших условиях Крайнего Севера построен горно-обогатительный комбинат, дающий людям миллионы тонн ценнейшей руды. Мы производим железорудный концентрат, и благодаря этому страна выплавляет лучший в мире чугун. Мы единственные в России, кто производит баддалиитовый концентрат для изготовления огнеупорных и абразивных материалов в керамической и электронной промышленности. Мы производим апатитовый концентрат. Из него делаются фосфорные удобрения, которые поставляются фермерам более чем в 100 странах мира. Уникальное, высокотехнологичное производство. Лучшие люди страны, работающие на прославленном комбинате. Трудовые династии, передающие из поколения в поколение опыт, дух и культуру российской горной промышленности. Ковдор. Железный, промышленный, сильный. С гордостью оглядываясь на славное прошлое, мы помним и благодарим каждого, кто развивал предприятие и город все эти годы. Каждого, кто работает на комбинате сегодня. Счастья, добра и благополучия вам и вашим семьям. Слава людям Севера! Слава человеку труда! Ковдорский ГОК. 60 лет на благо России!